Всем привет! Вот опять Пипстрич. Мы продолжаем проходить игру Tomb Raider. И нам надо добраться до радиовышки, чтобы послать сигнал бедствия. Какая-то коробка. Какая-то коробка, тайник. Так. Что нам надо? Куда? Тут не это. Не проберемся, значит. Куда нам надо идти дальше, значит? Ясно, что не сюда. Но куда, я так пока и не поняла. А вот, может, здесь заберемся. Да. Господи. Что вот такое вообще? Кажется, японский. Как они тут ходят сами-то? Так. Что-то тут еще, короче. Ну, давай. А, это запасы какие-то. Трос вижу. Давайте. Так. Вообще, наверное, ледяная. Так, надо найти радиопульт. Тут кто-то где-то базарит. Так, мы нашли что-то опять. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матис. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матис с головой не дружит, да, это понятно. Вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот это точняк только с его подачи. Ну так, что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать, то не согласен, то вопрос ход. Короче, мы здесь хозяева. Он так это разговаривал, так, конечно. Как кого-то, не знаю, гопник, что ли. Так, ну вот, я говорю, что там Матису я не доверяю. Вот, нам только что сказали, что, ну, точнее, прочитали мы, что... значит, вот эти вот бандюки, они, видать, с Матисом. И я теперь боюсь за эту... О, я забыла, как зовут эту девчонку. Которую мы с Матиасом-то встретили. Ну, она как бы с нами была изначально. Так. Там горючее, значит, да? Вот так вот. Нифига! Офигеть! Все, да? Так, вот тут какой-то есть проход, но нет, мы не, здесь не пройдем, значит. Смотрим дальше. Так, какой-то ящичек у нас опять тут, давайте взглянем, что тут есть. Что-то я не поняла, что нам прибавилось. Ладно, идем, значит, дальше. Ой, не падай, чувак. Так, и куда нам? Здесь у нас ничего нет, только крысы ползают. Идем сюда. Получай, тварь. Спрыгнул он тут. Ты ж чё, блин, пугает меня. А так, помимо этого урода тут что-нибудь есть? Так, и наверх я не могу посмотреть, да? Ладно, значит, идем в эту дверь. Нет, что ли? Куда тогда? Тогда, значит, как-то здесь... А, вот он откуда выперся, тут он мне. Да не спрыгивай, ты посидела бы сначала бы. То, может, тут еще какие-нибудь твари есть. Так, 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 чё? No one... Lives. Что-то типа никто не выживет, что ли? А, никто не уйдет. Никто не уйдет. Угу.
И что я могу с этой лампой сделать? Куда я ее могу закинуть? Давайте, наверное, вот туда попробуем. Так. Я просто понятия не имею, куда нам надо ее закинуть, поэтому буду туда кидать. Так. Ну, в принципе, давайте посмотрим, может еще куда-то можно закинуть. Но я пока не вижу больше никаких этих. Ну что вот, если в этот кинуть? А ничего. Толку от этого нету. Так, вот еще одна есть и... А, вот. Точно. Надо инстинкт выживания. Подожди, а какое стекло? Там какое-то стекло, видать, да? Так, ладно, подожди, у нас тут есть ткань. Давайте ее тоже подожгем. И... Ага, ты с этой штукой не будешь прыгать, значит, да? Стекло вроде хрупкое, ты говоришь, но мне надо ведь как-то в него попасть. Я ведь не вижу, попаду я в него или нет. Так. Ладно, попробуем. Так, где стекло-то? Тут и там, что ли, стекло или что? Так, вот еще, короче, тут у нас отисполнилась лампа эта керосиновая. Попробуем сюда. Че, нет, что ли? Да ё-моё. Стекло вроде хрупкое. Ну да, вон там что-то есть, но... Больше у нас ничего нету, да? То есть я как-то должна умудриться попасть в это стекло, что ли, или что? Я вот его вообще не вижу уже. Ну, давайте попробуем еще раз. Ой, ё-моё. Так, ладно. Давайте сначала переберемся, короче, потому что я что-то не могу вообще. Так, что-то тоже похоже на пульты старые, совсем уже какие-то ржавые. Так. А, не ту кнопку жму. Что-то. Давай. Оба-на. Подж. What the fuck? Куда? Сюда. Сейчас, наверное, взорвется, да? Точно. Вот что надо было сделать. Надо было сначала открыть вентиль, а уже потом. Там он живой еще, тварь такой. А уже потом кинуть лампу. О, господи. Где этот тварь? Так, ладно. Сходим сюда, посмотрим, что тут есть. Или что? Или мы отсюда... А, мы отсюда пришли, точно же. И вот эти двери открылись, которые мы не могли пройти. И где он тут? Где он тут задыхается? А вот он, нифига его прибило. Давай, бери ружьишко. Убить тебя? Ну нафиг. Так, подбираем патроны и еще что-то тут. А что-то, короче, нажмете на паузу, если захотите, там прочитайте, или просто потом, когда будете сами проходить, будете читать, слушать. Я сейчас не хочу на этом тратить время.
Так. Так что пойдем дальше. Да, я похожу, поищу, но как бы... Какие-то координаты? Я не буду слушать это до конца. What the fuck? Совсем что ли уже рамсы попутали, а, твари? Получай. Ты тоже сдохни, тварина такая. Так, у нас на автомат-то больше патронов, я смотрю, нету, да? Это плохо. Это очень плохо. Так, нафиг эти лампы. Подожги сам себя. Так, что, все? Так, ходим теперь, собираем. Да, конечно, они нам тут дали жару маленько. Но ничего. Можешь все равно умнее их. Так, умнее и сильнее. Далее. Идем далее. Нам нужно найти этот гребаный пульт. Воу, фак. Получай, тварь. Это тебе конец, понял? А не мне. Вы задолбали уже выпрыгивать тут. Везде, блин. Так. Вот там, видать, пульт. Так, сейчас открываем эту дверь и посмотрим, что это. Пульт, не пульт. Нет, походу, ни хрена это не пульт. Так, давай доставай сразу автомат. На всякий случай. Нет, пульт, видимо. Весь в листьях уже. Черт. Алекс, ты на связи? Да. Что там происходит? Пульт сломан. Что с ним? Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну, я да, тоже надеюсь, что ты справишься. Сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Что, уже снег, что ли, пошел? Блин, бедная Лара. Опять наверх? Так. На. Что такое-то? Подбирай давай. Подбирай. Так, у тебя тут максимально. Так, посмотрим, что тут еще есть. Опять какая-то записка. И опять же я ее закрываю. Просто закрываю, потому что не хочу ничего читать, слушать, тратить на это время свое. Лучше мы больше поиграем. Оу, фак. Вот ты псих, Лара, вообще. Ё-моё. Только бы эта вышка заработана. Действительно. Чтобы это все ее старания были не напрасны и не зря. И как мне только туда еще добраться, то до этой вышки.
Так, давайте мы тут сейчас. Спасибо Роту за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Что-нибудь улучшим. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Так, давайте я освою мародерство. И поиск запчастей. Так, все, у нас больше нет очков. И у нас еще есть запчасти. Так что нам нужно что-нибудь модифицировать. Так, 100% у нас кирка. Далее. Давайте автомат посмотрим, может. Магазин. Приклад. Что это? Ага, чтобы это сделать, нам нужен приклад. Плюсовой. Так, двойной магазин. А это что такое-то? Я не знаю. Так, ну давайте тогда сделаем приклад плюс и... Ну... А теперь нам не хватает. Ну зашибись, блин. Причем не хватает-то маленько. Так. Шлифовка экстрактора повышает скорострельность оружия. Или магазин увеличим. Двойной магазин. Скорость перед... Ну, вот, давайте. И все, у нас осталось всего 29 запчастей. Ну и все, тогда мы больше ничего не сможем улучшить. И она записала дневник уже. Так. Берем. О, господи. Я бы не рискнула. Чё нажимать? Чё нажимать? Говорите, чё нажимать? Скорей. Отпусти, тварь. Господи, вот урод напугал-то, а. Вот тварь, а. Чё ты высовывайся? Так, а где тот, что сверху был? Куда ты спрятался-то, а? Что, ты засал, что ли? О-о-о-о. Да, блин, я опять не ту кнопку нажимаю. Что-то у нас тут вообще какая-то засада так-то. Да не лук, автомат. Ты достала его убирать. Она рвет нас на части. Конечно! Что с вами еще-то делать, твари тупые? Вы же сами начали-то. Не я же ведь начала. Я понимаю, если бы я бы первая начала, но же ведь нет. Я вообще не хотела быть убийцей. Вы из меня, получается, делаете убийцу. У нас патрошков мало осталось. Так. А вот
Да блин, теперь более-менее. Хоть маленько насобирали. Что там есть? Что там было? Факел, наверное, зажечь. Да, но нам не нужен, мне кажется. А может и нужен. Давайте лучше зажгем на всякий случай. Да фиг знает. Может, ты хоть согреешься маленько. Так. Да ты чё, тварь? Да давай уже. Из этого снега еще плохо видно-то. О, здоровяка, вы чё, хоть с ума сошли, что ли? Совсем уже против девчонки здоровяка. Блин, у меня на автомате закончились патроны. Вот твари, а чё творят? Вам вообще не стыдно? Девушку обижает. Господи, они меня сейчас убьют. Сдохни, тварь. Вот, сгори там. Так, на автомате у меня закончились, значит, патроны. Вот. Нет, нет, нет. Нет. Господи, и как мне его победить? Я не твоя. Ё-моё, я тут маленько опять за слово почву. Что выхватил, тварь? Так. Ой. Все, мы справились с этим уродом. Мы справились. Мы смогли. И мы идем дальше. Радиовышка. Ну что, добрались, что ли? Мы лагерь нашли. Так, давайте посмотрим, может, чуть можно модифицировать. Ну, в принципе, нормально так нашли уже запчастей. Может, что-нибудь да сможем модифицировать. Так. Магазин.
плюс, в смысле... А, мы не приобретали, да? Мы двойной магазин приобрели. Ну, давайте магазин плюс тогда. А, да, увеличили магазин. И все. Больше нам опять ни на что не хватит. Так. Далее смотрим, что нам надо делать. В смысле, как ты вверх-то поедешь? Ну, давай попробуем. А, водка. Точно. Чё-то я тупнула. Ну все, чё, слази. Как слезть-то? Эй, отцепись. И обратно. Господи, боже мой. Давай-давай, ползи еще. Я бы не то, что даже не рискнула, я бы не смогла бы так проползти. Ну и не рискнула бы, да. Ну давай, опять. Чё такое-то? Ну давай. Да не надо! О, господи, а. Сейчас я тут буду слоупочить фиг знает сколько, походу. Господи, боже мой. Аллилуйя! У меня получилось. Так, дальше на лестницу. Ладно, вперед. Лестница это вообще, я смотрю. Так, идем. И так снег идет, холодно, да еще и на самый верх. О, господи, она ведь вообще коченеет. Офигеть. Держись. Главное, чтобы ты не упала. Ну что, забрались, что ли? Или еще не до конца? Ох, я бы там обсиренькалась бы от страха. О, господи, боже мой. Вот гребаные вороны! Я тоже так схватилась, блин. Офигеть. Да если отсюда попасть, то даже живого места не останется. От тебя вообще ничего не останется. Че, еще выше, что ли? Офигеть. А как она там? Как она там-то пролезет? Там их нету, смотри, этих штук почти нету. А, там несколько штучек нету. О, господи. У меня сейчас... Меня сейчас так трясет, как будто я там реально ползу сейчас. О, господи. Офигеть. Ребята, мы сделали это. Ух. Ох, я бы там реально бы... Ох, я кирпичиков бы наложила-то, а. Офигеть. Лишь бы только реально все получилось и заработало, а. Я тоже держу. Как мне? Международной системы приема сигналов бедствия. Пожалуйста, опишите. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара Крофт с Эндьюранс. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста. Давай, давай. Пожалуйста. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара Крофт.
в Сент-Юранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже и не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. У-ху-ху. Лара Крофт, ты моя героиня. Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так. Вот действительно, хорошая игра. Это когда ты играешь, но ты представляешь, что ты сама, как будто, ну или сам, как будто там. Ты у меня сейчас такие же чувства. Ой. Вот это был спуск. Действительно. Так, ладно, идем. Нам надо, значит, придумать что-нибудь, да? А что вот эти бочки, они не взорвутся? Вот эти вот. Ну, блин, отстрелы-то ладно, понятно. Нет, видать, они ни хрена не взорвутся. Значит, надо придумать что-то другое. Я думаю, может, бочки взорвем. Там что-нибудь будет. А, нет, смотри, да. А. Открыть сначала, значит, видимо. А уже потом... Как GTA-шки пятая у нас не выйдет. Значит, нам надо где-то найти огонь, поджечь факел и... Чё это? А, вон как даже. Кто ты? Я думала, мы факел где-то подожгём. А, ну вот мы... Так, огниво. Это мне и нужно. Да. Ну и... А, зажмите. И чё? Это только ты неправильно встала. Надо было вот здесь вставать-то. О-о-о-о! Бадабум! Большой бадабум. О, господи! О, господи! Никто не уйдет. Нет, нет, нет. Твою мать, нет! А-а-а! О, господи! Это просто капец какой-то, а. И это даже мягко сказано, что это капец. Это просто жопа вообще полная. О, господи. О, фак, 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 фак. Нет, 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 нет. О, господи. О, господи. Пилот, мне нужно к нему. Ага, все понятно теперь. Понятно, только не туда. Ба! В общем, мне нужна, мне кажется, передышка, поэтому давайте мы здесь закончим эту серию и увидимся уже в следующей. Всем пока!